Сережка чистюля. У него всегда заправлена кровать, у него всегда все разложено на своих местах. Чоловік має бути серйозний, чоловік має бути веселий, чоловік має бути добрий, чоловік має бути щирий. І всі ці риси в ньому є. Все буде добре для кожного з нас. Сережа кожен вечір дзвонить своїй жінці. Кожен вечір, я не знаю, навіть не було такого дня, щоб він не дзвонив їм. І ну, не питав, як там малі, як діла. Мультики смотрим. Ого, ничего себе. Он невероятный человек, просто... Может быть, впервые я такого человека встречаю в жизни. Поэтому я не мог, конечно, и до сих пор не могу пережить то, как хотели обойтись вот с таким человеком. Мне это непонятно. Я никогда этого не пойму. Сергею, ты продолжаешь боротьбу? Вітаю тебе. О, Сергей Васильевич, здравствуй. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Буду сегодня вашим наставником. У меня к вам есть... Трудно. Вот такой вот презент. Так, вот. Ну, вот. Чудесно. Вот, ух ты! Соседов, вот это да. Момент футбола был необходим для того, чтобы как бы освободиться от негативных эмоций. Опа. Я пытался его научить брать ноты в футболе. Сергей Васильевич, давайте в ворота попробуем. Для меня футбол открылся. Он открылся. Есть ощущение, что Сергей несколько подустал. Сложно, но мне очень... Летом я говорю, я здесь счастлив. У нас очень важный бой в этом туре. Он, этот тур для нас должен быть ударным. Серега, да. Все будет отлично? Да. Спасибо. 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 Мы держимся. Сергей Гладер. Герепс узеразиса замбах испери тумелхизм гери тусевдиано майн сам гери мерамам герепс варда бисунтва какачу спери албат сингера туда манателес хода мецм гери. Говорит, чито маргалито, да. Чито говорит, чито маргалито, да. Чем сим герар, амсем ам хахма, амсе цем шоба. Росам геривар, Шоридан Мадбопс, Чеми Бабшвоба. Росам геривар, Мечем с мамава, Замеши спеди. Даукит хават, Гулши шемодис, Пару лицеда. Чито говорито, чито маргалито, да. Горит, чит, то маргалито, да.
розы розится, замбах из пери. Думер хизм гери, дусев диано, майн сам гери. Мера мам герекс, варда висун квал, кака шо спери. Албат сингера, туда маната лес, хода месм гери. Чито, чито, маргарито, да. Чито, 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 маргарито, да. Чито, 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 да. Дякую. Ой, як приємно. Я думаю, що кожна наша глядачка зі мною погодиться. Жінці неможливо подарувати забагато квітів. І не буває забагато пісень у твоєму виконанні, Сергію. Ой, може, саме тому минулого тижня жінки захотіли послухати тебе двічі. Я припускаю. Ви із Сергієм цього тижня, так би мовити, помінялися ролями. На футбольному полі ти був наставником, а Сергій Васильович – учнем. Що скажеш, він здібний учень, спортсмен? Мне очень понравилось, что Сергей Васильевич назвал футбол в первую очередь интеллектуальной игрой. А взагалі учень здібний. Дякую. Я, до речі, сьогодні таке опитування проводжу. Ну, ясно, що ти у нас султан, це вже з тобою, мені здається, закріпилося назавжди. А от кого ти бачиш, вірніше, ким ти бачиш свого наставника? Не знаю, можливо. Ну, зняти от фільм з його участю. Ну, Сергій Васильович, можливо, балетмейстером. О, ну, цікава думка. Я його бачу в цій ролі. Дякую. Іро, цей чарівник, квіткар розтопив твоє серце? Ну, я просто вже, мабуть, вийшла із того віку, коли я могла б полюбити артиста тільки за його невероятну внешність, артиста-мужчину. Були часи, коли я була влюблена в деяких артистов, которые выступали в мальчиков. Просто мне было не важно, что они поют, мне не важно было, что они говорят, мне не важно было, как они выступают, плохо или хорошо, душевно или нет, они мне нравились внешне. Сергей мне нравится как мужчина, но я уже больше не имею права не говорить о профессиональных качествах, о том, что должно быть у артиста. Мне не хватает. Может быть, это ошибка наставника. Может быть, это ошибка наставника. Дякую, мы тебе почули. А может быть, и наставника ошибка. Дякую. А Сергей симпатичный мужчина, женат. Дякую, Игоре. Слушай, женщина, зачем обижаешь человека? Слушай, я красивый женщина, волос белый, мне все можно. Если у тебя хорошие зубы, почему обижаешь стоматолога? Это я все к соседову сейчас. С недавних пір, звичайно, українські стоматологи дуже багаті, тому що я б не зміг роздати всім квіти, як ти це зробив зараз тут в залі. У мене також запитання до сусідова. Артисти, кстати, менше зарабатують, ніж стоматологи. Не вірю. Ну, Жиро, не розказуй, артисти менше. У мене запитання не до тебе, ти зробив все, що міг. Запитання до сусідова. Невже це пісня сусідов складніша, ніж пісня Нічика місячна? От просто цікаво знати. Добре, ну це не до тебе, він потім скаже. І я закінчив. Сережа, я радий був тебе чути і бачити. І сподіваюся, що за тебе проголосують твої прихильники. Сподіваюся, їх буде цього разу більше, ніж минулого разу. Дякую.
Серега. Ну, это шуточный номер, и поэтому здесь абсолютно уместен шутливый комментарий, вот который Кондратюк дал. С кавказским акцентом все правильно. Я тоже хотел комментарий выдать, не буду сейчас просто повторяться, потому что Кондратюк был номер один с этим комментарием. О, как он еще сказал, а? Слушай, физика, мы понимаем. X-фактор, мы тоже знаем. Ты скажи, конфеты, подушечка, знаешь, как туда повидло попадать? Ох! Ох! Мені здається, в якому фільмі їх знімати, ми зараз почули. Дякую. Сергію, вам слово. Я рад, що номер призвів дійсно такий фурор і сподвиг і зрителей, і колег на такі шутки, і вспомнили прекрасний фільм, і вспомнили о тих временах, коли ми всі були одною великою дружною країною. Да, и как это здорово, и прекрасно, что мы сейчас помним, да, что это было, и поем эти песни, да, страны той нет, а песни той страны мы поем на всех языках той великой страны. Я ничего не буду говорить про номер, потому что все видели. Просто несколько моих комментариев, ну, отвлеченно, так скажем. Мне очень жаль, что мимо меня прошел футбол в жизни моей. Может быть, не открыл мне мой брат красот, да, и смысла этой игры. Он очень любил футбол, вот, и был болельщиком страстным, но вот не получилось меня приобщить, к сожалению. И футболом я начал увлекаться только лет 20 назад, когда мне об этой игре начал рассказывать Михаил Исаевич Танич, наш легендарный поэт-песник, с которым я очень долгое время дружил. Я могу о футболе теперь говорить очень долго, но не буду это делать. А что касается Сережи Балетмейстера, как в воду смотрел. В феврале этого года у одного продюсера, кстати, здесь в Киеве, была идея снять фильм, и одна из ролей, которая давалась мне, я должен был сыграть артиста балета на пенсии. Вот. Но идея, к сожалению, пока не осуществилась. Пока. Вот. А тебе спасибо огромное, великолепный номер, прекрасный грузинский язык и образ дивный. Спасибо. Спасибо. Дякую. Спасибо.